Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня мы продолжаем проходить Кастлванию. Нас посетили в прошлый раз осажденную деревню, там были такого оборотня, волка. И дальше мы двигаемся искать некое божество, которое, по словам местных жителей, найдет нас само. Итак, вторая как бы локация в первой главе, это охотничья тропа. Еще будет загрузка, да. I follow him into the old forest, watching him from afar. He is strong indeed. The one God comes to drive out the many, but here, in this place, God's influence is thin and threadbare. The old God still holds sway here. Few venture this far into the wood. He is disturbed. What motivates a man to confront the challenges that most of us would run from? Condemning him to solitude, exposing him to defeat and death. The answer is love, a force so powerful that all reason becomes blind to it, blind to all things, even the truth. Loss of love can make a man desperate, desperate enough to do anything to bury the truth, to hide from its pain. Here you seek the guardian of the lake. I will take you to him, but we must be quick. Climb onto my back. Hurry! Так, атака. Атаковать варгов? А, ну да, их варги зовут. Игры, чтобы атаковать оборотней наездников. Обе атаки могут быть нацелены вправо и влево с помощью стика. Жмите и удерживайте. Да, так понятно. Похоже, это ЛТ, видимо. Левый верхний курок. Что затем наклоните левый стик в любую сторону, чтобы уклониться от атак оборотней. Так, ну ладно. В принципе, тут понятно, ничего такого сложного. Да, вот он уклоняется. Я не помню, как у меня стоит какой стоит уровень сложности. Ну, судя по тому, что они очень живучие. Совсем не маленький. Ай-яй-яй. Ага. А что же вы делаете? Я, конечно, попытался поуклоняться, но здесь меня зажимают буквально с двух сторон. Поэтому уклоняться, даже пытаться, мне кажется, смысла маловато. Тогда уйди ты. Отлично. Ау. Ладно, ребята. Да, это старый прикол, он по-прежнему, судя по всему, работает. Так, надо потихоньку вспоминать приемы. Да. Приемчик работает всегда. Ну
Да, мы, кстати, можем использовать метательные ножи, различные зелья, там еще кое-что. Но я на самом деле сейчас не помню, как это использовать. Надо вспоминать управление. Так. Ой-ой-ой. Давайте сейчас... Да что ж ты делаешь? Да избавиться от этого. Типа одного, чтобы мы могли уклоняться. Давай уже, все, отлично. Ага, все равно не уклонились. Ладно. Аж уклонился. Смотрите, как что творит, да? Уйди. У меня... Кнут очень больно бьется. Ау. В прошлый раз он восстанавливался. Надеюсь, в этот раз не будет такого. Так. Так, по-моему, наносим гораздо больше урона. Да. I can travel no further. You will find what you seek ahead. Итак, это небольшое такое здание, охотничья тропа, судя по всему, сложится, самый обычный стоит, если судить по вот этим черепкам, ну, да ладно. На этом мы сегодня с вами закончим, но серия, да, конечно, я знаю, очень короткая, но это прям такие вот коротенькие, по 10-15 минут только первые серии, дальше они пойдут. Все длиннее, 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 и то, что некоторые локации, прохождение некоторых локаций может занять даже больше, чем 40 минут. Да, там довольно длинные локации становятся, думаю, их даже буду бить на несколько серий. Но как бы там ни было, сегодня на этом все. Если вам понравилось, ставим лайки, комментируем, не забываем подписываться на канал. С вами был Кейн, всем удачи и пока!